49-летняя Ника Белоцерковская отреагировала на конфликт между 40-летней Оксаной Лаврентьевой и 37-летней Ксенией Собчак. Блогер выразила свое мнение о женщинах зрелого возраста. Откровенный снимок Оксаны Лаврентьевой вызвал большой резонанс в сети. Звезда фильма «Юленька» обнародовала пикантный постельный кадр, для которого позировала обнаженной. Ксения Собчак язвительно высказалась о дамах в возрасте за 40 лет, которые не стесняются радовать поклонников своими обнаженными фигурами. Ника Белоцерковская решила ответить по теме, которая спровоцировала бурное обсуждение интернет-пользователей. То есть я правильно поняла, что пока я верчу задом на Кубе, появился комитет по эстетике и Инстаграм и запретил бабам, маркированным 40+, тут бегать в трусах. Дабы не оскорблять своей омерзительной, в этом возрасте похотью, а какой еще быть может посыл? Людей с повышенным чувством прекрасного, совершенно согласна, от одной мысли, что существо 40+, женский пол, которому давно пора завещать свой скелет этнографическому музею, имеет наглость публично намекать на присутствие в ее жизни. О боги, жизни, еще раз прости господи, половой. С иронией написала автор книг и издатель. Владелица кулинарной школы во Франции предложила пойти дальше и создать закрытые соцсети, где женщины после 40 лет будут показывать свои тела по пропуску и после тщательного медосмотра. Нику возмутило, что некоторые люди считают Инстаграм местом для идеальных людей. А то ишь, хотите меня, кричат Светланы Оксаны. Под лавкой сидите, списанные жестокой природой. Развели тут бордель извращенцев, эмоционально высказалась она. Белоцерковская опубликовала свое откровенное фото. Она позировала в бюстгальтере от купальника и коротких джинсовых шортах. Вывешу напоследок мерзкую мерзость и спускаюсь в подвал. Там темно, может и клюнет какой старичок 65+, на ощупь, конечно. Кого вырвет сейчас, простите. Последний вагон. Подытожила блондинка. Модный писатель Александр Цыпкин публично защитил свою жену Оксану Лаврентьеву от нападок. Журналист Светлана Бондарчук потроллила Ксению Собчак. Та недавно поскандалила со своей коллегой Викторией Лопыревой.